Малыш хотел увидеть Бога, и хоть туда, где Бог живет, довольно длинная дорога, он стал готовиться в поход. Печенье, кексы, банки с соком сложил в походный рюкзачок и в путь пустился, ненароком, надев спортивный пиджачок. Идет по парковой аллее, вокруг покой и тишина, и лишь под вязом на скамейке седая женщина. Одна. Он подошел, уселся рядом и вынул сок из рюкзака, но был смущен соседки взглядом. В нем были горечь и тоска. Он предложил ей кекс с лимоной. Она с улыбкой приняла. Застыл малыш завороженно. Улыбка ангельская была. Затем он поделился соком. И снова ангельский привет. Душа наполнилась восторгом. Ну и улыбка. Нежный свет. Они до вечера сидели, ни слова не произнося, лишь улыбались. Кексы ели. Летела радость в небеса. Тихонько начало смеркаться. Идти уже пора домой. И на прощание объятия открыл он женщине чужой. И снова засветилась радость в ее распахнутых глазах. От чистоты небесной святость соединила их сердца. Едва явившись на пороге, он маме рассказал секрет. «Я завтракал сегодня с Богом. Ее улыбки краше нет. С душой обласканной участием и женщина домой пришла». Сын изумился. Сколько счастья! В глазах искрилось и тепла. Я в парке завтракала с Богом. Меня он кексом угощал. Неслось восторженно с порога. И знаешь, он совсем не старый.